Чемданов представляет Грузию из уже теперь, наверное, звездной школы, да? Да, это Рита Тбилиса, да. Очень сильно прибавил. Мог бы Морис родиться в Грузии, здорово. Морис, но родился в России. Потому что пришлось его родителям уехать, кончился военный конфликт, пришлось уехать в Россию, и родился он в Москве. Но в итоге кровь, как говорится, на землю обетованную, да, заманила. Очень самобытный фигурист, очень хорошо прыгающий, обученный. Смотрится здорово на льду. Тройной аксель. Сейчас немножко тяжело ему кататься, последнему в разминке. После двух таких хороших прокатов, как у Дениса Васильевса и, конечно, уматывается, да, немножко так зал нервозности добавляет. 14 сальхов падения, но он уже метр проехал на выезде, прям буквально под нами, и выскочил у него конек, упал. Да, но здесь должен был быть еще тройной тулуп, да. И еще у него четверной тулуп стоит в программе. Вот что делать в этой ситуации? Прыгать 4-3, тулуп-тулуп. Морис на это способен. К сожалению, вот упал с сальхова, хотя все уже сделал, очень ровный прыжок, очень красивый был. Ничего не предвещало, и вот как-то... Да, вот это, конечно, немножко, наверное, непредвидено было. Обидно. Но посмотрим, как Морис из этой сложной ситуации выкрутится. Может быть, 3-3 лучше сделать? Четверной Сальхов, тройной тулуп. Нет, это был четверной тулуп. Тулуп, да, но, к сожалению, опять уже все было сделано, и я не понимаю. Мне даже со страху показалось, что он на Сальхов пошел опять. Вообще странно, первый прыжок нормально получился. Почему на тулупе? Очень жаль, что прыжки все сделаны были, но в последний момент, как я не знаю, мне даже не объяснить это. Очень прекрасный сальхов. Да, отличный четверной тулуп, добавляет тройной и степ-аут, хотя можно было там устоять, он все равно он падает, все равно. И, то есть это два дедакшена, это опять очень... Дорогого будет ему стоить, конечно, эти два падения абсолютно необязательные. Ну, да, сейчас просто вот... Очень-очень жаль, что... Прям лидером можно было становиться сразу.